Всем пламенный привет. Проскользнула такая идея. Она еще давно задумывалась, но теперь она уж точно должна быть реализована. Это, назовем ее так, по стопам или вслед даже. Назовем ее вслед за Денисом Деминым. Что же это будет означать? Когда-то, не помню, какой это был праздник, коллеги придарили бомбардировщик Су-2 в 48-м масштабе. Такой же сейчас строит Денис. Строить я буду Су-2 исключительно по видео Дениса. То есть по возможности повторять все технологии, всю детализацию. Ну, соответственно, также по возможности, по примизне или кривизне рук своих. И на финише, финишировать мы, скорее всего, будем одновременно, будем лицезреть разницу между моделями. Я не претендую на победу в этой гонке, так как до уровня Дениса, наверное, еще не дотягиваю. Авиация, это будет у меня как бы в новинку, ни разу серьезно не работал, какие-то были пробы. Эти пробы вскоре выявили ошибки. Эти ошибки теперь служат кошками для тестирования различной химии. Но эту стройку буду делать шаг за шагом за видеостройкой Дениса Демина. В общем, думаю, будет интересно. А также будет еще одна серия сборок, больше не пошаговая. Назовем ее, я решил назвать ее, «Избавляемся от долгостроев». У каждого моделиста когда-нибудь пропадает желание собирать ту или иную модель. Бывает то, что иногда даже полезно переключаться с модели на модель, но из-за частых переключений одна из моделей может стать долгостроем и долго и нудно лежать на полке и ждать, когда о ней вспомнят. Таких моделей у меня скопилось тоже некоторое количество. Одну стройку вы могли видеть в группе All Models в виде фотографий. Это стройка ZIL-131 от компании ICM. Желание построить не пропало, но пропало больше настроение, либо муза ушла. И сейчас он стоит на полке, насухо собранный, и по большей части он ждет окраски. Ну и также доделывание различной мелочевки. В данный момент это уже для меня как долгострой. У каждого моделиста он есть. И чтобы смотивировать вас к тому, чтобы вы обратили внимание на недостроенные пылящиеся модели, я перед каждым избавлением от своего долгостроя сделаю превьюшку, какая это модель сейчас, и мы будем достраивать модель. Также несколько моделей будет для стройки. У меня не одна модель, у меня их несколько. Попробуем и меня избавить от этих долгостроев, и ваше желание подстегнуть. Возможно, вы тоже храните на полках недособранные модели. Вот такие вот идеи меня посетили. На этом анонс окончен. Кто более подробно хочет увидеть обзор на Су-2 бомбардировщик, Денис его в принципе делал, но не так там подробно, насколько я помню. Чтобы понять, действительно нужен вам обзор или нет, давайте проголосуем. Палец вверх. Либо в комментариях пишите, нужен ли вам детальный обзор литников, насколько позволит аппаратура, настолько он более детальный будет, то есть обзор будет в формате видео, не просто фотографии. Ну а также пишите, какие у вас есть долгострои и помогла ли бы вам рубрика по избавлению от долгостроев. Всем спасибо и всем пока.